благодарность нашим артистам за тот труд, который и возможность насладиться этим прекрасным праздником. Спасибо! Я точно расплакался. Сегодня, когда увидел номер «Умирающий лебедь» на фоне этих волн, мне кажется, это самое прекрасное, что я видел в жизни. С каждым из этих прекрасных танцоров был еще один, третий. Это великий, чистый, уникальный Байкал. И я думаю, что каждый из тех, кто живет не только на берегах Байкала, но и всей нашей необъятной страны, увидев эту красоту, он задумается и поймет, что это нужно сохранять.